чтобы через 3 месяца завезли. Больно умный твой завгар. Вернемся в часть, я с ним поговорю. Вопросов много задаешь. За дорогой смотри. Ты пацан, Харченко. Я тебя хоть раз обидел. Свое получишь. Ты что? Не тормози, газу давай! Товарищ майор, остановиться надо, отлить. Тебе воды мало? Ну ладно, тормози. Я назад перейду. Давай хоть в кабину, я обогреюсь пока. Товарищ майор, нам не дали договорить, вы ж понимаете. Молча сидеть! Выгружай! Давай, ребята, пошли. Работаем. Харченко! Чё, ты там не засиделся? Ну все, майор, хватит шутить. Сдавай груз и домой давай. Отойдем, поговорим. На прогулке. Полковник, ты чего? Допусти, больно! А, вспомнил, да? Не забывай, кто ты и где ты. Саныч, давай не при бойцах, а? Дошло? Мне еще с тобой под ручку гулять, да? Ты, майор, на меня зла не держи, а держи дистанцию. Пойдем поговорим. Ну, пойдем. Работа закипит. Не жилец. Прикид, отстой. Все! Приехал! Доездился, Шумахер? О, привет! Привет! Моня у себе? Возможно. Так у себе чи ні? Стоять! Контрабанда есть? И... Давай, доставай! Паленка? Да ты что, буфеть убрал? Слышь, да? А. Саныч, скоро? Не знаю. Стоять! Что такое? Смотри мне, накажу. Здрасте, Павел Борисович. О, здорово, Харченко. Как добрался? Да. Что-то смотрю, совсем мокрый. Проходи, погрейся. Супчика горяченького тебе налить? Нет, спасибо, Павел Борисович. Я с удовольствием, вы знаете. Ну, не успеваем я. Выбор уже скоро. А майору моему приспичило домой сейчас. Что-то не поделили мы с вашим Санычем. Выброс явление регулярное, как обед или, скажем, построение, Харченко. Но в отличие от моей кухни, не такое точное. Выброс, Харченко, он же как женщина. Может и опоздать к сеансу, а может и нагрянуть не ко времени, когда, как говорится, его совсем не ждешь. Так что, теперь не обедать, что ли? Так что супчика горяченького я тебе так и налью. Соломон Борисович, мне без запасов бы ваших приправки, а? Нет. Не хочешь, значит, моего супчика? Соломон Борисович. Ну-ну. Принес чего? Ага, во. Во, осталось только. А водку ваш заяц забрал усю. Ну и? Ну почти усю. Сейчас. Во. И кто вас только учит хороший продукт в резину заливать? Ты б мне еще, Харченко,
гандоне огурцов соленых на контрабасе. Это ж традиция, Соломон Борисович. Извиняйте. Традиция, хлопчик, пасхальную трапезу начинать с крутого яйца. А грелки вы в санчасти тырите от слабости ума. Соломон Борисович, ей-богу, дуже спешу. Майор злый, як собака. Майор у вас и правда недобрый. Да. Ну что тебе, как обычно? Не, мне доказенно, для зила. Движок накрылся. Ну, движок ты выбросишь, когда доедешь. Ну, может, доедешь. Ну, ты пиво еще лизнул. А, до города дотянешь, Соломон Борисович. Вот ты мне и расскажешь. Соломон Борисович, мне второй патрончик, а? Ну, это же ваш Мишаня маля всю водку забрал. А? Ну, вот ты у зайца-то добавки и попроси. Ага. Уй! Отвечайте! Что здесь происходит? Отвечайте, я вас спрашиваю! Что ты на меня смотришь? Отвечай! Батю в шахте завалило, когда мне было 12. 2 года на горбу уголь таскал. Вместе с матерью. Поначалу, когда в штольню эту левую спускался, молился. Потом перестал. Да не адвокат я. У меня и имя есть. Ваша как кстати? А тебе зачем? Слушай, пока я тут с тобой возился, у нас стрельба была там. Давай, родной, на базу, а там уже познакомимся. Попить дайте, пожалуйста, а то во рту пересохло. На. Хватит. Не пришли еще. Куда? Домой, куда? Ты же хотел с Санычем поговорить. Ты где так шустро лазить научился? Прям-таки научился. В институте со своим металлистом-экспилеологом напросились. Страшного хотелось. Ну, там вампиров, черепов, кровавых надписей на стенах. Живут же люди. Страшного ему не хватало. Тебе за жизнь молиться западло. А мне моя еще не надоела. Так, давай. Адвокат. А ну-ка, пробей дорожку. А ты? А я за тобой, Теофил. За тобой. Ну-ка, подержи. Ты это, осторожней. Так, давай, пошел. Давай. Давай, 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 давай. Так вот она ты какая, каморка папа Карлы. Вода. Вода здесь есть? А воды в коллекторе много. А вот пить? Ну, сейчас найдем.
Вот, на, держи. Тут надо пожариться. Может, посуду какую найдем еще. Ну, фантастика какая-то. Да, привыкнуть надо. Не, я лично привыкать не собираюсь. Ну-ну, по ноги смотри. Слышишь? Слышу. Ну, слава богу, думал, я один это слышу. Ух ты! А ну стой! Смотри, какой бедненький! Слепыш еще совсем. Стой, я тебе говорю! Они в коллекторе ночкуются. Вместе с другими тварями. Знаете, когда вы мне это рассказали? Да хватит мне выкать, я уже дергаться начинаю. Все время ищу третьего. Как скажете, как скажете. А так нянчиться приходится. Воспитывать шакалов этих. Если вы говорите, что сталкеры ищут артефакты, зачем им стрелять в вас? Не знаю пока. Вернусь, узнаю. Сталкеры тоже разные бывают. Что? Вы ничего не слышите? Не. А что я должен слышать? Шум нарастающий. Не могу звуки отдельно выделить, как при настройке радио, что ли. Вы точно ничего не слышите? Так, погоди. У тебя такое же было, как у тоннеля? Да. И перед выбросом? Ну, похоже. Только гораздо сильнее было. Твою мать! Что это? Электро...